Проснулся, значит, близ реки Томь. Конечно, уже 6 градусов. Маленько пощекотало меня. Но ничего, терпимо. Плюхнул, значит, полный бак бензина себе на заправке. И в путь. Сегодня поднялся такой ветерочек достаточно сильный. И чувствуется, как машину немного это... Ну, не то, что прям сильно сдувает, но чувствуется, в общем, это... Ветер боковой, похоже. Ну вот, я не знаю, слышно или нет. Ну и расход чуть-чуть, может, на граммулечку вырос. Вот первый ремонтик за всю дорогу. Мост через реку Зея. Первый раз. Ну и кто тут? Я единственный, кто там постоял буквально одну минуту. Тут вот часовые регулируют с рацией. Так что пока что вообще в пробках нигде не стоял. Все чистенько. Кстати, такой момент, домофон здесь достаточно продвинутый. Я, конечно, в обзоре все это покажу более подробно, как что открывается, нажимается. Но я уже, хотя здесь все на иероглифах, на ходу я подключил телефон, то есть по Bluetooth уже музыку слушаю, там какие-то ролики смотрю, и звук идет в колонке, удобно. Кстати, вчера меня остановили на единственном пока посту, который я встретил на своем пути, инспектора. Ну так, проверили права, посмотрели и выписку, и все, так бегло вообще, договор даже не читали. На посту перед стелой Москва-Владивосток, который, где уходит дорога на Благовещенск. А в прошлый раз вообще я сделал страховку и на учет поставил, и ни разу никто не остановил. Они фиты пошли, не обклеенные, ничего. Видимо, сейчас не сезон, и я прям в цвет попал тоже. И решил не обклеиваться, и не надо, видимо. Тут, значит, процветает ямочный ремонт. И местами вот этих ямочек так много делают, что даже и не объедешь никак. Ай-яй-яй, и так неприятно попадать в них, если честно. Один раз я попался, блин, сейчас. Вот снова такой участок с выбранной дорогой. И мне только благодаря габаритам авто удалось достаточно долго проехать, не теряя скорости. Но вот сейчас опять начинаются участки. Так называемый ямочный ремонт. Вон на Газельвагене вообще нормально. Никаких проблем человек не испытывает. Жесткие вот эти съезды, потому что их никто не готовит. Они прям конкретно под 90 градусов, к сожалению. Но к зиме дорожку готовят. Постоянно работа какая-то идет. Что-то площадок со столами, блин, нету. Одна попалась, я там не остановился. А тут все вот такие уже третья подряд. То есть есть эстакада, лавочки. А этого... А столов что-то не стало. Но кушать хочется, так что буду сейчас сухпаёк здесь разогревать. Слушайте, в 10 градусов и ветерком осенним неприятным. Уже не так сухпаёк заходит, честно говоря, на природе. Уже холодно становится. Я что-то призадумался. И я сейчас понял, что ветер встречный. И не зря расход поднялся. У меня почти до 5 литров уже. Он 20,8 километров на литре. Конечно, неприятно. Вот спину, в ту квадратную спину, если бы он дул, этого автомобиля, было бы намного лучше. Может, вчера так и было?
Ну не знаю, посмотрим дальше, как будет с ветром. Где ты находишься, Жанка? Ну вот, заливался до горла, получается, на Роснефти. 503 километра проехал и уже моргать начало. До заправки 25 километров, моргает уже километров 15, наверное, может 20. Вот я и дождался этого момента. На Энвагоне 700 я его до горла также заправлял. Хотя расход, по судя по компьютеру, не намного отличается. Блин, снежок что ли лежит? У меня не галлюцинации. Реально, похоже, снежочек лежит. Я вот первый раз вижу снег в этом году. Ну, в этом сезоне. О май гад. Ветер такой, что даже вот с горы я еду, и мне приходится все равно газ в натяжечку держать. А, ну вот сейчас пошла скорость вот маленькая. А то в начале спуска вообще там приходилось газовать. Вон они, кейкары, поехали. Энваган, Хастлер, Мираж. Ну, это не кейкар, чтобы это точно было все. Еще там какие-то малышки. Нормально, 8,8 машин на автовозе. Так, вот второй пост ДПС у нас за дорогу. Получается, и вон там заправочка заветная уже. Я уже в предвкушении. А, ну тут на посту никого нет. Маслицо проверим. О, как вкопанный уровень стоит. Четко просто, вообще четко. В техническом плане вообще все четко. Да и во внешнем вообще все четко. Смотрите, какая борода у нее. Просто красавец. Или красавица. Ну, Nissan, наверное, красавец. Дейз. Дейзик просто чудесный. О, вон коллега едет. Коллега на Сузуки. Вот такие Сузуки, они дешевле намного. Ну как намного, 360-380 можно взять. Но поколение уже другое. Это до 2013-го такие шли. Поворотик на тынду. Значит, в конце сентября вот уже виднеются снежные шапочки. Камеры видеофиксации, о которых я впервые особо не переживаю. Так, заправился, значит, на последней дешевой заправке. Бензин тут стоит вообще беспредел полный. 48 рублей. А самый дешевый бензин, ну, на таких, на нормальных заправках, по дороге 46,50 около того стоил. На следующий, в Ерофей Палыче, цена будет 52 рубля уже. 52 или 55, что-то, или 54. Ну, короче, нормально, уже сразу прибавка. Так что не повторяю ошибок прошлого путешествия. И вот эта последняя заправка с нормальной ценой на бенз на 822 километре получается. То есть по столбикам, если смотреть на трассе. Так, может, кому-то пригодится информация. Слушайте, ну вот и снежок пошел. Мокрый, конечно, но это уже явно не дождь. Явно это снежок пошел. За бортом вот 2 градуса Цельсия. Еду, вроде это, парусность поменьше стала. То ли ветер направление изменил, то ли потише стал. Вот, ну так поприятнее, хоть 90-100 начал ехать. Конечно, в таком режиме перегона всех красот особо не ощущаешь. Вот видите, за окном какая обстановка. Всех красот не видишь так, как я в автопутешествии ехал. К сожалению. Ну и погода не очень была сегодня, допустим, да? Вот я уже завтра планирую в Читу приехать, но это практически уже полпути. А особо, ну... Было такое восхищение, вот осенние, вот эти всякие пейзажи, да? Ну, немного, я сказал бы, немного. Ну, или может, потому что я второй раз уже все это видел. Не так уже, эмоции не те. В общем, до Чернышевска осталось где-то километров 100. Кидаю якорь здесь. До Читы получается где-то 400.
ну, меньше уже, наверное. Погода 2 градуса тепла. Бывает, до нуля доходит. Я думаю, ночью еще будет холоднее, не знаю, придется заводить или нет. Здесь толком и отелей-то нету. Ну, на крайняк заведу, конечно. Заведенной не хотелось бы в машине спать. Ну, на крайняк заведу. Кнопка старт, она всегда есть здесь. О, ну и что, поспал я несколько часов, просыпаюсь. А на улице зима. С первым снегом. Да, что-то хотя бы в октябре бы, что ли, выпал снег. А он еще и продолжает падать. Да, блин. Летом, значит, я ехал на зимней резине, зимой на летней. Ну что, шершавенько, как говорится, да? Надеюсь, сейчас все растает быстро. За вчерашний день проехал больше 1000 километров, где-то 1080. А сегодня вот 20 километров еду, ни одной машины еще не встретил, вообще ни одной. Ну, сейчас утро, что-то в районе 7 утра по местному. Ну вот, снег кончился наконец-то. За бортом 1 градус Цельсия, расход 5 литров. Едем дальше. Первая заправка с нормальной ценой на бензин. 92 здесь стоит сейчас 47 с чем-то рублей. За 200 километров до Читы. То есть, в принципе, по 55 рублей не обязательно заправляться. Но тут сразу и вот такие очереди. Жесткие достаточно. По 4 машины. Люди, он даже, вне зависимости с какой стороны там бензобак, они встают на свободной колонке. Вот. Задом что-то в этот раз не разрешают вставать на заправках. Меня уже 2 раза разворачивали. Спасибо заправке Роснефть за отличную цену. Проснулся в снегу. Ой, историю добавляю. А также огромное спасибо за теплый туалет, который в такие холодные времена очень-очень кстати. Я человек теплолюбивый, теплообильный. Так что все, реально, респектос вообще. Вот следующая заправка будет, там какой-то нефтемаркет, что ли. Там все равно еще конские цены, 55 рублей бензин. Не очень, неприятно, конечно. Ну, тут, конечно, тут и все с канистрами мужики, тут все местные вообще. Тут просто человек подъезжает заправляться. Сначала в бак, потом багажник универсала открывает, там у него 4 канистры. И все, стоишь, ждешь. О, наконец-то хорошая погода. Наконец-то день, видно природу, красоты. А, насколько я помню, перед Читой сейчас вообще офигенно здесь будет. Нормально, едешь, наслаждаешься. Только с попутчиками, как каждый день создаю, вот утром выезжаю. Там Блаблакар же, он не считает ночевки. То есть он считает, как будто ты вот едешь и едешь. И каждое утро приходится пересоздавать поездку, и вообще голяк. Ну, вроде кто-то что-то хотел, потом перехотел, пока доедешь, ну, до туда он уже перехотел. С одной стороны, одному нормально, но в компании это все равно повеселее было бы. Вот, смотрите, здесь такая прям природа интересная. Если на Дальнем Востоке пушистые, да, вот эти растения всякие, деревья, то здесь такие березки. И они тоже некоторые уже опавшие, некоторые желтые, некоторые зеленые. Четко вообще смотрится. Итак, ребята, перед Читой вот за 150 километров первый ремонтик за дорогу, то есть перекрытое движение какое-то более-менее, где вообще может образоваться заторчик или что-то в таком духе. Но я здесь по зеленке проскочил. Все, ребята, меня дорожники пропустили. Ну, здесь особо и не собирается, здесь вон с той стороны сколько, 3 машины или 2 стоит. Все, 4 даже. А так в Приморье, в Хабаровском крае вообще не было таких каких-то серьезных затруднений. Перед Читой где-то за 100 км вот заехал на такую стояночку.
столом. Сейчас попробую здесь разогреть себе обед. Вот участочек чуть за Читой. Такой есть неприятный, но ехать можно. Очень надеюсь, что никакой камень шальной мне не прилетит в лобовик. Да и по кузову тоже не хотелось бы получать, пропускать какие-то ударчики, даже мелкие. Да, вот первый раз, первая вообще остановка такая. Или что, это пробка просто такая медленная? Первый раз это случилось. Дорожки временами вообще хреновые. Главное это держать ухо востро и вовремя оттормозиться, потому что они внезапно начинаются. Единогласным решением судей победу одерживает боец из синего угла. Ну вот очередной день в пути прошел. Доехал я почти до Улан-Удэ. 950 км прошагал. Что-то расход все больше и больше, если честно, становится. Ну, не намного, но чуть-чуть все прибавляется. Может, я просто быстрее начинаю топить. Сейчас часов 7 посплю и дальше в путь.